Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даувир, фамилия моя Шакиржан. Вашим детям я не дядя, ну а внукам я не дед. Так я обращаюсь к тем личностям, которые из хитропопности хотят, чтобы я посмотрел их детей, там внуков, бесплатно. Ну, приглашают там, бывает, якобы поучиться у меня, потом почистить там квартиру или дом, или что-то еще, проконсультироваться, и начинают подтаскивать ко мне своих детей или внуков. Посмотрите, пожалуйста, вот что у него там, что с ней, что вот, что посоветуете, вот с такими вот этими вопросами. Причем это хотят сделать, ну, бесплатно, ну, по ходу пьесы. Ну, так вот, я это не обязан делать. И если хотите, чтобы я смотрел, это отдельная услуга. То есть посмотреть ребенка, состояние его энергетики и все прочие дела, там, просмотреть, что мешает ему раскрыться, это называется диагностика. И, естественно, это за отдельную плату. То есть на это нужно выделять время. Потом еще есть такие личности, которые вот начинают упрекать, что я их детям там не принес там шоколадку, бананы и какие-то фрукты. Якобы я в гости пришел. Ну так вот, я в гости не хожу. Если хотите, чтобы у ваших детей и внуков были шоколадки и бананы, идите в магазин и купите. И избавьте меня от таких претензий. Когда вы меняете пластиковые окна или батареи, или что-то еще делаете, приглашаете специалистов, вы же не требуете от них, чтобы они пришли с шоколадками для ваших детей. Это вот вообще ни в какие ворота не лезет, да? Ну, еще бывает, вот приглашают якобы в гости и тоже подтаскивают своих детей. Эти дети явно не хотят, например, беседовать. Поговорите с ним, вот, объясните ему. Ну, так вот. С личностями, которые, например, не хотят этого общаться, ну какой смысл вот вести беседу? Если хотите, чтобы я провел беседу, то это в тройном размере. Консультация троекратной стоимости. Почему? Потому что час консультации, я сейчас определил, да, по оптимизации своего времени, как 3000 российских рублей или адекватная этому сумма. Ну так вот, с личностями, которые не хотят со мной общаться, которые вот устраивают всякие обезьяньи ужимки и вот выказывают нетерпение, скорее бы уйти там поиграться или что-то такое, да? Ну какой смысл мне с ними вот возиться? Да, я могу с ними повозиться, но тогда это в тройном размере оплата. Если час консультации у меня 3000 российских рублей, то такая беседа вам обойдется в 9000 российских рублей. Хотите, чтобы побеседовал? Платите столько. Не хотите? Избавьте меня от своего сопливого и другого неадекватного потомства. Не желаю тратить на них свое время. Бесплатно. На этом все. До свидания.